Всем привет, всем привет, с вами Шмыгом на канале у Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием, как она называется, Blaze Bix или что-то такое, да? Называется игра, алло. Blazing Bix она называется на самом деле, да. Я немножко сейчас сделаю потише, потому что, по-моему, музыка немножко, да, она типа такое, типа камон. Выберите нужную настройку экрана, хорошо. Давай вот так вот и музыку 45 давай сделаем, потому что вроде как она громкая и все остальное. И начнем с истории. Игра только вышла. Сыграть сидированный запекс в выбранной сложности, большинство ощущений могут быть разблокированы в этом режиме. Обычный, сыграть нормальный запекс в выбранной сложности. Окей, давай обычный. Что мне надо делать? Ага, тут есть еще персонажи. Так, зеленый, окей. АП-2, игра начинается... А, все, да? Так, это я, окей. А что, а я могу стрелять? А, могу. Так, я могу. Опа-па-па-па. Че, вы все побежали-то, алло. А, вот прицел мой. Смотри, как все классно сделано. Все, я ушел, да? Так, здорово. Это что такое у нас? Здорово. А, бабки нам дал. Ага. Хороший обмен, принеси мне еще. Окей, все. Тихо. А, я начинаю. Так. А вот эти вот не. Летающие какашки, они ничего не дают. А я смотрю, я жизнь свою потерял. Ох ты, собака, тварь. То есть я, короче, вообще прям, да? Ну ладно, хорошо. Так. Они стреляют или что? Ой-ой-ой. А еще одну жизнь потерял. Ах ты, собака, тварь. А, он стреляет. Понятно. Хорош, я одну, я... Что? Я типа одну потерял, а одну вернул, или как? Или как? Опа, тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ай! Ай! А, они, короче, просто больно бьются, типа, да? Прикольно, напоминает эти танчики. Если кто играл в детстве в танчики, то вы меня поймете, о чем я говорю. Хотя, может быть, и не поймете. А, может, и поймете. А, поймете. Поймете или не поймете? Ладно, погнали. Да. Нормально так. Это Дональд Дак и его истории, типа, да? Минус одна жизнь. Я понял. Прикольно. Точнее, не очень прикольно, но оно, видимо, прикольно. А, он яйца типа творяет, оттуда вылезает все как говно. А, все? Так, смотри, у меня один пропуск и второй пропуск. Это что значит? Опа. Ньют. Это типа главный босс? Ёп, твою мать. Что ты делаешь? О! Тихо. А! Собака, тварь. Да блин, я сдох, прикинь. Лол. Персонаж пингвин открыт. Заново начинаем, да? Ну, хорошо. Ой-ой-ой. Ёптель, а чё так быстро? Я уже две жизни потерял, прикинь, братан. Прикольная игруха, мне нравится. Тихо! Тихо, падла, тварь. Тихо, я сказал. А это я яд взял? Ёп, твою налево. Прикинь, я яд взял и сдох, поэтому. Слушай, так как бы не сложно, но сложно, типа, да? Ну не, на самом деле не сложно, просто надо под привычку. Ой-ой-ой-ой. Так. Тихо-т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 ихо. Ага-ага-ага. А я прошел, я красавчик. Ой, я вообще маля.
Все, 5 из 5, мы вообще классно, идем дальше. И идем дальше, что здесь у нас? На самом деле, долго не буду в эту игру играть, потому что, ну, вы все понимаете, что здесь происходит. Так, чисто для фана, типа, да? Ай-яй-яй. А я в кислоту тоже... Воу-воу-воу-воу-воу, я в кислоту тоже не могу заходить, потому что в кислоте... А, ну, падла, тварь. Два яичишка он скинул, да, падла? Смотри. Ага, все, до свидуси. Иди сюда, до свидуси. Яйцо что там? Яйцо просто взрыв огненный, понял. Так, одна монетка, а тут что у нас? А что здесь? Здесь какой-то ключ. А, и все, типа, да, ладно, мы типа уходим отсюда, окей. Так, здесь у нас что? Ай! А еще и жаба, жаба. Еще, ай-яй-яй-яй-яй! Еще и жаба, которая плюется всяким говнищем. Ой, смерть, смерть. Смерть! Ай! Ай! Ушел, ушел. Все, меня нету. Ай! Слушай, ну она нормально так хрюкает, да? Все, да? Ай, нет. А что собака, тварь? Пошла вон отсюда. Дверь закрыта, потому что мне нужно убить главную жабу эту, да? Где она? Где жаба, твою мать? Э? А ну иди сюда, быстро. На-на. Все, ушел. Красава, по красоте вообще сыграл, да? Тебе понравилось, как я сыграл, или не понравилось? Вот такие нынче игры могут выходить в Стиме. Они за реальные деньги, эти игры. А, но, ёпты, блядь. Если честно, как бы я не разочарован, что я приобрел данную игру. Потому что, ну, а чё не, а чё бы и нет, а чё бы и нет. Никаких монеток мне не скинули, падлы. Ну ладно. Слушай, ну утка, утка против, короче, эта игра называется, на самом деле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты чё, гонишь, что ли? Жаба, блин. Падла. А, все, жаба сдохла. Так. А мы можем эти говно вот так делать, да? Прекрасно. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А он что делает, я забыл. А, он и яичишки свои выкидывает, ага. Сдохнет от своих яичишек сам. Так, все, мы все сделали, мы все. И вот эти летающие, короче, типа ничего не. Да, у меня одна жизнь всего осталось, блин. Надо прям по. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Не... алло, игра, ты чё, там гонишь, что ли? Я и так не успеваю. Ай! Я не успеваю так быстро, игра, хорош. Блин, один остался, это упырь. Саны, да? Хорош. А чё, монетки исчезают еще? Типа, да ладно, хорош. Так, у меня одна жизнь, слушай, мы с тобой уже с одной жизнью так далеко прошли, да, в принципе, поэтому. Так, чё у нас тут? Чё у нас тут? Тут у нас всякое говно. Ай! Вот эти, как они называются? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Опа, вообще сейчас по красоте сыграли. Тихо, шипы. Шипы пропускаем, дальше проходим. Эх. Чё здесь у нас? Все? А, да ладно, все, мы прошли, слышь? А, еще по красоте. Одна жизнь осталась, ну ладно. Они сами, короче, сдохли, прикинь. Я умер. Черт. 51 убийство, 5 монеток, 0 сделок, болото 1,8. Такая вот игра. Ребят, если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами был Шимыга, всем счастливо, всем покеда.